хочу поделиться с вами еще одним рецептом горчичного маринада. Я не люблю острое, поэтому использую горчицу в зернах, она сладко-пряная, всегда добавляю ее в салаты и маринады. Для горчичного маринада просто идеально подходит курочка, любая ее часть. Я сегодня купила крылышки, 1,5 килограмма, это 12 штук крупных, еще очень вкусно получаются бедра без кожи и костей с этим маринадом. Затяните пленкой миску с будущим шашлыком и уберите в холодильник. Маринуйте не менее 2 часов курицу, чтобы мясо успело взять ароматы, смягчиться. Пробуйте. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте ингредиенты для маринада и мяса. Мясо вымойте, обсушите, очистите лук и чеснок. Лук порежьте кольцами, чеснок пластинками, он понадобится только для маринада, а лук жарить по желанию. В большую миску выложите мясо, добавьте майонез, горчицу, соль с паприкой, лимонный сок, хорошо перемешайте. Между кусочками мяса распределите лук и чеснок, оставьте мариноваться на 2-4 часа. Чем больше кусочки мяса, тем дольше маринуйте. Крылышкам достаточно 2-3 часа, бедрышкам 4-5 часов, если это свинина, то не менее 6 часов. Вкусняшки, подписавшимся. Спустя положенное время, нанизайте крылышки с луком на шампуры, чеснок уберите, он может сгореть. Жарьте мясо в горчичном маринаде до готовности. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. А теперь ингредиенты. Майонез 0,5 стакана, объем стакана 200 грамм. Горчица 1 столовая ложка. Лимонный сок 1 столовая ложка. Соль с копченой паприкой 1 чайная ложка. Лук репчатый 3 штуки. Чеснок 3 зубчика. Мясо 1,5 килограмма, у меня крылья куриные 12 штук. Количество порций 5-6. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.